8 именинников июля из списка подопечных «Траектории надежды» в День семьи, любви и верности отметили день рождения в детском центре «Hope Kids». Такие торжества для ребят фонд организует каждый месяц. Для малышей организовали увлекательную программу с участием аниматоров и вручили подарки. Подробности у Валерии Кудрявцевой. Дискотека, бумажное шоу, арт-терапия и аниматоры. Каждый месяц благотворительный фонд «Траектория надежды» вместе с детским центром «Hope Kids» устраивает для своих подопечных именинников незабываемый праздник. В июле дни рождения сразу у 8 ребят, что находится на попечении фонда. На торжество они позвали своих братьев и сестер и 2 часа наслаждались программой от «Hope Kids» и «Траектории надежды». Цель нашего мероприятия – подарить малышам незабываемые эмоции и веселые воспоминания из детства. Также детишки в конце получат сертификаты в книжный магазин «Книга.Бук». Праздник для именинников совпал с Днем семьи, любви и верности, что стало еще одним поводом порадовать семьи и дать возможность весело провести время вместе. Светлана Синенко – мама 6 детей. Женщина поделилась, что дети и она сама всегда рады поучаствовать в проектах и мероприятиях, которые устраивает «Траектория надежды». Нас позвали со всеми ребятишками, как бы не первый раз мы уже приходим. Очень нравится детям, очень у них прям, я их прям отсюда вытащить не могу. Все, ну, игры, аниматоры занимаются с ними, это очень даже, как бы это... Я считаю, что это очень хорошо, что есть такие мероприятия для детей, для многодетных, что приглашают, зовут. Невозможно представить день рождения без подарков. Именинники получили от фонда «Траектория надежды» сертификаты в книжный магазин, а также наборы начинающего художника, альбом, краски и кисточки. Была анимационная программа. Был приглашен художник, который помогал детишкам в творчестве раскрыть свои какие-то умения. Я считаю, что такие мероприятия, они потрясающе сплочают семьи. На попечении «Траектории надежды» сегодня около 200 семей. Кроме праздников в честь именинников, фонд также устраивает утренники на Новый год, привозит нуждающимся семьям продуктовые наборы, одежду, канцелярию. Всего в фонде 12 программ помощи. Подробнее ознакомиться с ними и узнать, как оказать помощь тем, кому она сейчас необходима, можно на сайте, адрес которого вы видите на экране. Валерия Кудрявцева, Айза Ахилаева, Никита Бабенко, Сургут, 24.